Ну вот у нас район Светланы. Тут у нас перекресток на той стороне. Там впереди мост, магнит. Ну вот такую забор тут поставили. Вот так люди обходят его. А раньше здесь был переход. Теперь здесь паркуется машина. Вот сейчас я еду. И мы смотрим, сколько машин за это время мимо меня проедет. Еще и сузили тротуар вот этим забором. Видите? Его занесли прямо сюда. Вот одна машина проехала за все это время, что я еду. Вот как мне теперь приходится в инвалидном кресле добираться. Там дальше узкий тротуар. Как по нему разъезжаться с людьми, я не знаю. Вот здесь есть съезд. Тем я и пользуюсь. Правда, тут не всегда так удобно, потому что тут машины паркуются. Вот. Разметка тут. Так. Вот. И теперь я еду по проезжей части в ту сторону. Вот. Машин, собственно говоря, немного. Если бы там был переход, как он был раньше, наземный, то вообще бы не было проблем. А сейчас вот так. Вот теперь я на ту сторону переезжаю.